Городские власти обещают до конца этого года выплатить долг частным транспортным компаниям за перевозку пассажиров-льготников, но не полностью. Ситуацию обсуждали сегодня на встрече депутатов, чиновников и частных предпринимателей. Напомню, городской бюджет задолжал перевозчикам около 100 миллионов рублей. Есть большой риск, что перевозчики не успеют получить эти деньги в декабре. И это будет очень плохо, потому что в каникулы падает пассажиропоток, и мы можем оказаться в очень сложной ситуации, что не сумеем заработать даже на топливо. Если же эта ситуация будет продолжаться, долго, боюсь, нам долго не выдержать, и может наступить коллапс. Нынешнюю ситуацию перевозчики называют шоковой. Деньги за льготников для многих предприятий – это более половины доходов. Компании не получают их с лета, и сейчас нечем платить зарплату водителям и кондукторам, рассчитываться за кредиты. Топливо и запчасти зачастую также покупают в долг. На ближайшей сессии депутаты Горсовета должны принять решение о том, чтобы выделить 47 миллионов рублей, но этого хватит только на часть задолженности, которая растет с каждым днем и с каждым льготным пассажиром. Сегодня перевозчикам сообщили, все деньги они получат в лучшем случае к весне. Мы надеемся, что к 28 декабря выделенные деньги на сессии Горсовета мы полностью отдадим немуниципальным перевозчикам. И мы надеемся, что в первом квартале 2016 года мы отдадим как кредиторскую задолженность 2015 года и начнем выплачивать ту задолженность, которая накопится за декабрь-январь.